И снова здравствуйте! Вы на канале «Современные родители». В этом обзоре речь пойдет об эпиляторе Браун 9700 SensaSmart. Видео будет содержать главную информацию о характеристиках и особенностях модели. В описании вы найдете ссылки на лучшие цены и актуальное наличие. Оставляйте свои комментарии, а также ставьте лайки, если видео вам понравится. Чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, рекомендую включить колокольчик и подписаться на канал. Первый в мире умный эпилятор. Следит за давлением на кожу, за счет чего удаляет еще больше волосков по сравнению с другими эпиляторами. Новое поколение эпиляторов включает в себя технологию SensaSmart, сообщая вам, как лучше проводить процедуру. Интеллектуальный датчик управляет вашей эпиляцией, информируя о давлении на кожу и позволяя удалить еще больше волос одним движением. Красный сигнал сообщает о том, что вы слишком сильно нажимаете, и предлагает скорректировать ваши усилия для более эффективной эпиляции. Эпилятор полностью водонепроницаем, поэтому им можно пользоваться в ванне или душе. Теплая вода способствует выделению эндорфинов, естественному болеутоляющему. Это заметно снижает уровень дискомфорта и уменьшает раздражение кожи. При регулярном использовании неприятные ощущения исчезают совсем. Благодаря щипцам «Микрогрип» удаляет волоски размером с песчинку 0,5 мм. Больше вам не придется отращивать волосы между сеансами. Головка эпилятора в точности повторяет контуры тела, гарантируя эффективное удаление волос даже в таких сложных областях, как колени и подмышки. Эпилирующая головка на 40% шире, благодаря чему она удаляет намного больше волосков одним движением, а значит, процесс эпиляции проходит быстрее. Система подсветки Smart Light позволяет разглядеть даже самые тонкие волоски, обеспечивая тщательное удаление волос. 2 часов заряда хватает на 50 минут использования. Есть возможность беспроводного использования в душе или в ванне. В комплекте насадка с системой массажа высокой частоты с пульсирующей активной вибрацией для невероятно мягкой эпиляции. Из реальных отзывов я выделила основные плюсы и минусы этой модели. Негативные. Волоски этот аппарат попросту срезает. Громко работает. Подсветка мои светлые волоски наоборот пересвечивает. Долгая зарядка 2 часа. Прибор не из дешевых. Аккумулятор мог бы быть больше. Положительные. Удобный, выглядит неплохо, на ощупь качественный. Размер головки расширили в сравнении с прошлыми моделями. Яркая подсветка, довольно долго работает. Массажная насадка. Возможность использовать в душе, что значительно снижает болевые ощущения. В комплекте есть сумочка, в которую удобно складывать эпилятор. Удобен в использовании плавающая головка, режим давления. Большая рабочая поверхность. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании. Если вы еще не подписаны на канал, самое время это сделать. И не забудьте про лайки и комментарии. Также советую вам включить колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров. На этом все. До встречи на канале.